Все хорошее имеет свойство рано или поздно заканчиваться. Вот и наш очередной сезон Мелбет первой лиги нежданно, негаданно подошел к концу. Казалось бы, только-только он начинался. И вот она, финишная прямая. Березка! Ну и свисток судьи Кирилла Силантьева из Самары. Подача Симоняна на ближнюю. Снова Симонян. Еще одна попытка. Можно бить поворотом. И мяч в сетке. Александр Иваньков, центральный защитник, на 8-й минуте забил, ну как-то слишком уж просто. Большое скопление игроков тульского Арсенала к своей штрафной, но Александр Иваньков так очень простенько ковырнул мячик в сторону Егора Шамова. Есть шанс и у Хабиба себя показать. Удар поворотом, отбивает мяч перед собой Ислам Имамов. Вот опасный момент возникает у хабаровских ворот. Позволили нанести удар головой игроки обороны СКА. Кирилл Большаков бил в направлении ворот своей бывшей команды. Данила Янов в этом сезоне провел 5 матчей, не забил ни одного мяча. Зато Саид Алиев забивает свой очередной мяч. 5-й в сезоне. Был очень активен Саид сегодня, ну и заслужил. 100% своей игрой он заслужил этот мяч. Саид Алиев 2-0 в 38-й минуте. Там слева был Артем Симонян. Удар поворотом, но что-то Тула совсем раскисло, размякло под этим хабаровским дождем. Михаил Гащенков мог довести счет до крупного. Атака за атакой. Симонян удержал мяч. Артем Симонян классно на Гащенкова. Гол! 3-0! Как же они издевательски это разыграли. Это даже не тренировка. Это детско-юношеская спортивная школа. Причем старшаки вышли против младшей команды. Под свисток финальный первого тайма. Радуются хабаровчане. Саид Алиев забивает свой 6-й мяч в сезоне. Делает дубль. Какая классная передача Симоняна. После этой атаки нет положения вне игры. Нужно решать удар. Ислам Имамов тащит мяч из ближнего угла. Классная реакция. Ислам мог сейчас Арсенал вернуться в игру. Саид Алиев выиграл в скорости. Подхватывает Симонян. Гащенков! Как промахнулся капитан СКА! Оказалось, мяч уже залетает в сетку ворот. Михаил Гащенков. Но у него в этом сезоне 3 забитых мяча. И все 3 довольно-таки красивые. Там и пятка, и с дальней дистанции головой. Может быть, посчитал капитан СКА, что забивать вот такие мячи простые, негоже. Прошла передача, но положение не игры. Да, мяч в сетке. Но в неправильном положении был Роман Изотов. Первый тур Мелбет первой лиги. Саид Алиев, удар и гол! Хет-трик! Хет-трик! Хет-трик Саида Алиева! Он получит свою желтую карточку, но он еще и получит звание обладателя хет-трика. Это уже вписано в историю хабаровского футбола. Ошибка Шамова. Нет положения вне игры. Олейников и тащит Шамов. Сам же исправляет свою оплошность. Но вообще это слабо похоже на какой-то футбольный матч. Как будто тренировка, причем
Знаете, конец тренировки. Но затем такая обидная травма. Крестообразно связан. Калиников забивает. Пятый мяч. 5-0. 5-0. Какая боль. Какая боль. Всех болельщиков Тулы. Василий Олейников в противостоянии с Тулой в этом сезоне забивает свой третий мяч. И аплодисменты от губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Силантьев обращается к игрокам Стас, чтобы они не блокировали Шамова. Мяч в сетке! Боже ты мой! Неужели прямым ударом забил Илья Петров? Единолично лучший бомбардир этого сезона, но он снова забил не с игры. 8-й мяч в сезоне Ильи Петрова. 6 из них с пенальти. Все, 6-0. Разгром в Хабаровске. Так начался последний тур